Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию модель артиллерийского тягача АТТ фирмы Трумпетер в 35-м масштабе. Литники модели запакованы в довольно большую коробку. Сама модель 2017 года. Довольно интересный армейский военный тягач, который был сделан на базе танка Т-54. Сама модель будет в длину 20 сантиметров, в ширину 9 сантиметров, и набор состоит более чем из 520 деталей. Вскроем коробочку и рассмотрим все поближе. Как и обычно, фирма Трумпетер вкладывает в свою коробку вот такой вот цветной лист-вкладыш, где указывает схему окраску модели, варианты окраски, и также дает рекомендованные цвета краски от разных фирм-производителей, которые можно применять в наборе. Вот здесь мистер Хобби предлагает цвет H136, русский зеленый, но на данный момент фирма Мистер Хобби выпустила интересную палитру цветов, и под обозначением H512 фирма выпустила цвет 4БО после 1947 года. Далее видим инструкцию. Инструкция выполнена в виде книжки. Очень хороший принт. Здесь отпечатаны литники, которые вложены в набор, и их количество. И на первой странице мы видим сборку двигателя. Посмотрел уже заранее литники и хочу вам сказать, что двигатель выполнен довольно неплохо. Но обидно, что в принципе он на этой модели и не нужен. Так как капот здесь делается закрытым, чтобы сделать, чтобы он открывался, надо постараться, то я как бы не вижу смысла двигателя в данной модели. Схема сборки очень понятна. Все хорошо отпечатано. Довольно интересный набор, который можно порекомендовать и для начинающих, и для профессиональных моделистов. Смотрю по инструкции, набор несложный, деталей не особо много. Я сказал ранее, более 520 деталей, но здесь только одних траков, наверное, 180 штук. А все остальное — это кузов, катки. И прочее. Все упаковано в отдельные пакеты, по 2, по 3 литника. Сейчас распакую за кадром. И набор состоит из 5 литников серого пластика, 3 литников коричневого цвета пластика, 2 литников с черного цвета и литника с прозрачными деталями. Начнем сразу рассматривать литник с элементами двигателя. Ну и видно, очень хорошо все отлито. Все детали сделаны четко. Хорошее литье без каких-либо проблем.
Если вы двигатель не задействуете в данной модели, то его можно просто собрать, красиво покрасить, ну и даже положить в кузов какого-нибудь автомобиля. Литник с элементами кузова автомобиля. В конце видео будет фотообзор, где вы сможете хорошо рассмотреть каждый литник. Ни облоя, ни следов от утяжек, ничего такого не обнаружено. Литник с элементами кабины. Все очень хорошо сделано. Литье порадовало. Надеюсь, и в сборке набор не составит трудностей. В наборе присутствуют два литника с катками, с бандажами. Хорошо выполнены катки. Балансиры. И три литника с траками. Каждому литнику подходит по 4 питателя, поэтому надо будет аккуратно срезать и хорошо обрабатывать каждый трак. Хорошо, что на траках нету следов от толкателей. Два литника с бандажами на катки. Хорошо, что сделаны бандажи отдельно. Красиво отлиты. На макросъемке будет на фото очень хорошо все видно. Ванна корпуса дана одной деталью. Кабина тоже очень порадовало, что выполнено одной деталью и довольно неплохо сделано. Верхняя часть корпуса, на которой все и будет располагаться. Хорошо выполнена расшивка. Как видите, имитация металлического настила противоскользящего.
Литник с прозрачного пластика выполнен замечательно. Хорошая прозрачность. Очень хорошо все сделано. Порадовал в наборе, друзья, металлический трос. И трос, сейчас скажу, 40 сантиметров. Вот это действительно круто. 40 сантиметров металлического троса. Ну и сделан, на мой взгляд, неплохо. Небольшая платка фототравления. Платка 2014 года. Хотя на коробке написано 2017. Небольшая декаль, но все необходимое на ней отпечатано. На этом, друзья, буду заканчивать свой обзор. Кому интересно, продолжайте смотреть дальше. Дальше будут фотографии. На этом, друзья, хочу пожелать вам всех благ. И оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Thank you.